простое для всего мира, для всей страны время. Рядом трудятся настоящие герои сегодняшнего времени. Это наши медики. Поэтому вот эта наша сегодняшняя помощь, это, скажем так, в качестве нашей благодарности вот этим настоящим героям сегодняшнего времени. Достаточно большое количество еще болеет. Персонал продолжает работать в красных зонах, медики. Поэтому мы с благодарностью принимаем от Трансмашхолдинга сегодня 500 тысяч масок медицинских для защиты дыхательных путей и 500 тысяч перчаток для защиты рук.